Итак, добрый вечер, дорогие друзья, добрый день, а кому-то доброе утро. Мы находимся в Высшей школе бизнеса. Меня зовут Илья Оганесян, я ведущий Дня открытых дверей Высшей школы бизнеса и Высшей школы экономики. Очень приятно, что вы сегодня подключились к нам сегодня, и мы хотели очень встретиться с вами лично, поговорить с вами очно, но безопасность и здоровье прежде всего. Соответственно, не переживайте. При этом мы на все вопросы ответим, про все программы поговорим и не оставим вас без призов. Вот. Поэтому устраивайтесь поудобнее, значит, наливайте себе горячий чай или что-то вкусненькое и готовьтесь к суперинтересному ток-шоу в формате встречи на безопасном расстоянии. Мы сегодня будем разговаривать с академическими руководителями бакалаврских программ. Вот. На этом я объявляю день открытых дверей Высшей школы бизнеса открытым. Добро пожаловать, друзья! Итак, друзья, двойной диплом, международные стандарты в образовании, обучение на английском языке. Все это доступно у нас здесь, в Высшей школе бизнеса. И я приглашаю в студию академического руководителя программы бакалаврской «Международный бизнес». Мы знаем, что программа «Международный бизнес» запускается впервые. Да? И вот ребята интересуют, почему вообще возникла идея создания вот этой программы. Можете рассказать нам? Ну, на поверхности, да, ответ лежит. Бизнес, менеджмент, как мы все хорошо понимаем, это по умолчанию что-то международное и глобальное. И поэтому мы давно уже поняли, что надо открывать программу, которая специализировалась бы именно в области международного бизнеса и давала соответствующую подготовку. Потому что, ну, все мы понимаем, что мир глобален, да, мы это ощутили даже во время пандемии. В России огромное количество международных компаний, огромное количество российских компаний выходит на глобальные международные рынки, и все они ощущают потребность в специалистах соответствующего профиля. Собственно, поэтому программа. Наверное, это единственная программа в нашем портфеле, которая гарантирует ребятам обучение в течение 2 лет, то есть это половина всего срока обучения за рубежом. Фишка в том, что мы делаем эту программу с одной из ведущих мировых школ бизнеса, ACP, Высшая коммерческая школа Парижа. И первые 2 года ребята обучаются у нас на Шабловке в Москве. После этого, завершив обучение у нас, они будут учиться 2 года в ACP в одном из 3 европейских кампусов этой школы бизнеса. Всего у ACP 6 кампусов в Европе. Но вот сейчас мы достигли договоренности, что у ребят будет возможность учиться год в одном из кампусов и еще 1 год в одном из 3 других кампусов. Так что это уникальная возможность посмотреть мир, посмотреть Европу, окунуться, обогатиться культурным опытом и, в общем, научиться чему-то новому.
Да, звучит, в принципе, впечатляюще на самом деле. А вот такой вопрос. Помимо этого международного опыта поездок и обучения за рубежом, в каких конкретно знаниях или в каких сферах ребята, которые будут учиться на программе, получат вот компетенции? Ну, мы, наверное, идем по такой классической для бакалаврских программ схеме. У нас будет мейджор. Это то, что есть на любой бакалаврской программе, это такие вот core, ключевые предметные циклы, это и экономика, и математика, и статистика. Сейчас без математики и статистики никуда, потому что весь мир очень быстро цифровизуется, и мы все переживаем цифровую революцию и трансформацию. Это и менеджмент, и финансовый учет, и организационное поведение, и управление процессами, логистика и так далее. Ну, то есть вот все то, что составляет фундамент любой управленческой программы. На этот фундамент наращивается огромное количество курсов по выбору, вариативный блок, когда у ребят будет возможность выбирать курсы по своему вкусу и специализироваться в какой-то определенной области. Понятно, что все это, оно существует не в вакууме, не в академическом вакууме, все это еще окружено и огромным количеством практических проектов. ВШБ вообще очень давно уже взяла курс на такую вот, как бы, проектную деятельность в образовательном процессе, поэтому в этой программе это тоже будет присутствовать. Ну и, разумеется, стажировки. Практическая деятельность, как у нас здесь и в Москве, так стажировки предусмотрены и в ИСИПИ, когда ребята будут за границей. Кроме этого, эту программу отличает еще и то, что ребята будут очень интенсивно изучать английский язык. У нас вообще, в принципе, все обучение на программе будет на английском языке, но одно дело прийти с таким общим разговорным языком, а другое дело изучать еще академический и профессиональный английский язык, который позволит затем успешно начать карьеру в международной области. А начиная со второго года обучения у ребят будет возможность изучать еще и второй иностранный язык. Так что мы будем готовить по-настоящему Global Citizens. Да, здорово. Анна Михайловна, спасибо вам огромное за такое мини-интервью. Вот, и спасибо большое, что подключились сегодня к нам. Вот, я уверен, что у наших зрителей сегодня, у абитуриентов, еще больше вопросов возникло, они еще больше заинтересовались этой программой, поэтому, ребят, если это действительно так, пожалуйста, пишите к нам в чат все, что вас интересует. У нас есть большая команда, которая прямо сейчас в режиме онлайн на все это будет отвечать. И в конце мы организуем разделение по комнатам, и у вас будет возможность также задать все эти вопросы лично уже академическим руководителям. Итак, мы продолжаем рассказ о программах по менеджменту в нашем факультете. Стоит отметить, что по результатам опроса, значит, аналитического центра НАФИ и Минэкономразвития почти треть россиян хочет заняться предпринимательством. Чтобы узнать, куда стоит пойти учиться будущему стартаперу, мы решили обратиться к академическому руководителю соответствующей программы, которая называется «Управление бизнесом», Дмитрию Михайловичу Коночко. Итак, Дмитрий Михайлович, добрый день, как нас слышно? Приветствую. Как настроение? Отлично, спасибо. Как у вас настроение? Вы сейчас в офисе или дома? Замечательно. В офисе. Настоящий предприниматель, настоящий бизнесмен всегда на работе, всегда на бегу. Все верно. Дмитрий Михайлович, я уверен, вы можете назвать тысячи причин, почему именно на вашу программу наши зрители должны подаваться, скажем так. Вот. Но можете сказать там условно три самые главные причины, почему вот именно ваша программа достойна внимания? Действительно, причин много, и, наверное, выделить прямо самый топ-3 сложно, но можно. Первое, наша программа отличается от многих других программ по менеджменту, которые представлены в России, в том числе представлены в нашем портфеле Высшей школы бизнеса, тем, что ребята, которые поступают к нам на программу, имеют возможность сделать осознанный выбор именно того профессионального направления в бизнесе, в управлении, которое им больше всего интересно. Как мы этого добиваемся? За счет особой модели образовательной программы, которая позволяет ребятам за первые 2 года изучить основные направления и возможные карьерные треки в менеджменте, погрузиться в дисциплины по маркетингу, по логистике,
по производственному менеджменту, по управлению финансовым менеджментом. И дальше, в конце второго курса, сделать уже осознанный выбор, какого рода профессиональная специализация им будет интересна. И потом продолжить обучение по выбранной профессиональной специализации на третьем и четвертом году обучения. Да, и у нас в этом году это и предпринимательство, как самая такая крупная специализация. Многие ребята действительно поступают к нам, заинтересованные в этом направлении развития. Это и международный бизнес, это и предпринимательство, это и управление человеческими ресурсами. И каждое из направлений дает возможность ребятам расти в разных профессиональных треках. Это первое, самое сильное такое, наверное, преимущество. Второе преимущество — это, конечно же, факт в том, что у нас очень много возможностей есть для международного развития. И если программа «Международный бизнес» в большей степени ориентирована на вот эту вот возможность старта за рубежом, то мы даем развиваться ребятам, в том числе и даваем шанс работать и в российских международных компаниях, и ставить перед собой возможность роста глобальной карьеры. И для нас, как это мы этого добиваемся? Например, огромными опциями, большим числом опций поездок по обмену в ведущие вузы-партнеры, причем не только ведущие вузы-партнеры Высшей школы экономики, но и специальные договоренности ряда вузов Европы, Азии, которые дают ребятам в рамках их обучения по выбору с возможностью даже получения финансовой поддержки поехать вплоть до того, что несколько раз на третьем четвертом курсе съездить по обмену. И третье... Партнерство не с одним университетом, а сразу с несколькими, да? С несколькими, да. У нас есть ребята, которые за время обучения в несколько вузов съездили. Там кто-то ездит в Корею, кто-то ездит в Италию, да. И этот выбор зависит от нескольких вещей, от амбиций ребят и от того, как хорошо они учатся, что тоже оказывает хорошее, сильное влияние на результаты. А следующий важный, такой сильный момент нашей программы – это очень мощное профессиональное сообщество программы. Программа развивается с уже 90-х годов, продолжая программу, основную программу обучения кадров по менеджменту в Высшей школе экономики, которая называлась одноименно «Менеджмент». Программа управления бизнесом является преемником этой программы, и она уже воспитала несколько поколений классных руководителей, которые сегодня возвращаются, да, к нам, становятся нашими партнерами, которые помогают нам развивать программу в качестве членов академического совета. И это вот атмосфера профессионального содружества, да, профессионального такого взаимодействия очень сильно помогает развивать навыки и коммуникации, и формирование взаимодействия партнерства с первого курса. И в итоге, например, наша программа сегодня входит в число лидеров программ всей Высшей школы экономики по количеству ребят, как которые уже реализуют предпринимательские проекты, так и тех, у которых горит желание создавать что-то новое. Поэтому вот такая предпринимательски активная программа. Дмитрий Михайлович, такой вопрос возник. Чем профиль предпринимательства отличается от международного бизнеса? Тут все достаточно, мне кажется, понятно из определения. С одной стороны, профиль предпринимательства дает возможность ребятам более глубоко погрузиться в те инструменты, которые задействуют руководители проектных департаментов крупных компаний, руководители проектов в быстро развивающихся стартапов или в предпринимателей, таких как, например, дизайн мышления, интернет-предпринимательство, технологическое предпринимательство, да, целый ряд таких инструментов, которые помогут им и создать прототип проекта, и продумать, найти выход на связь, на сегменты рынка, и найти инвестиции на тот или иной проект. В то время как проект «Международный бизнес» дает гораздо более гранулярный, ну, специализация «Международный бизнес» дает более гранулярные знания по, допустим, и взаимодействию с проектами и с компаниями на развивающихся рынках, в странах Азии, допустим, дает возможность ребятам изучить тактики международного переговора, то есть как вот лучше вести переговоры с контрагентами в различных условиях международного бизнеса. Поэтому каждый из, как я сказал, профессиональных треков дает свои возможности роста, свои возможности развития.
Понятно. Дмитрий Михайлович, вот такой еще вопрос есть. Чтобы управлять бизнесом, наверняка одной теории недостаточно. То есть вот владеть только теорией очень сложно, если вообще возможно, да, управлять бизнесом. Скажите, пожалуйста, будет ли какая-либо практика? Именно в программе очень сильное значение играет, и без работы с бизнесом, без взаимодействия с бизнесом с самого первого курса, ну, наверное, нельзя было бы ожидать, что наша программа претендовала бы на лидирующую позицию на рынке. Она сегодня по всем данным приема уже за последние несколько лет показывает, что самые талантливые, самые заинтересованные в бизнес-развитии ребята приходят именно к нам. За счет чего мы этого добиваемся? В том числе за счет того, что с самого первого курса у ребят есть возможность взаимодействовать с компаниями, с представителями бизнеса на уровне курсовых проектов. Да? Например, на первом году обучения ребята пишут свот-анализы, уже взаимодействуют непосредственно с представителями бизнеса. На втором году обучения создают инвестиционные бизнес-планы, которые дают им возможность просчитать какие-то потребности в бизнес-развитии, в масштабировании бизнеса, создании спин-оффов. На третьем году обучения готовят уже консалтинговый проект, при котором это все во взаимодействии с бизнесом. Причем на третьем году обучения, как самые настоящие консультанты, ребята получают оценку не только от преподавателей, но и от представителей бизнеса. И здесь уже как раз это вот напрямую важно. Ну и помимо этого, весь большой плотный пакет, который ожидается сегодня от лучших школ бизнеса и от лучших программ по бизнес-администрированию, а наша программа как раз вот в эту категорию попадает, это Bachelor of Business Administration. Да, что у нас здесь? Это и стажировки, это и гостевые лекции топ-руководителей компаний с самого первого года обучения. В прямом взаимодействии с ребятами, с возможностью задать вопрос в прямом эфире и подойти, узнать, договориться о вариантах работы. И некоторые ребята пользуются этим для того, чтобы создавать свою карьеру с самого начала. Например, каким образом? Успех в защите курсового проекта, получение приглашений на стажировку и возможность уже обратить на себя внимание в крупном лидере компании, лидере рынка с выходом уже на карьерное предложение к моменту защиты диплома. Потому что и дипломы у нас пишутся, в том числе в прикладном формате. Один из наиболее популярных форматов выпускных квалификационных работ – это консалтинговый проект, который готовится вместе с компанией-работодателем. Убедили, так сказать, да. Вот в чате параллельно возникает вопрос, какие еще есть концентрации на программе? Не могли бы сказать? Ну, на самом деле, здесь надо понимать, что мы как программа очень чутко реагируем на любые изменения, которые происходят на рынке. Именно по этой причине для нас очень важной частью развития и управления программой является наш академический совет, который сформирован в основном из представителей бизнеса, которые нам рекомендуют, дают очень много подсказок, какого рода профиль выпускника нам необходимо готовить, в том числе дают рекомендации по специализациям. Допустим, некоторое время назад у нас была отдельная выделена специализация, которая называлась управление проектами. В этом году у нас ее нету. И почему это было сделано? Поскольку сегодня мы предполагаем, что компетенция управления проектами является не отдельной выделенной профессиональной траекторией, а сегодня уже требованием, которое входит в каждую из элементов тех профессиональных специализаций, которые мы предлагаем. И поэтому я вполне предполагаю, что возможно, что и через год, если рынок, если наши контакты в отрасли, если наши партнеры в академическом совете нам подскажут, мы будем тоже рассматривать какие-то варианты корректировки тех специализаций, которые мы будем предлагать для наших абитуриентов и студентов. Дмитрий Михайлович, вот помимо всего того, что вы сказали, это уже звучит убедительно. Могли бы, может быть, привести там пару или там один пример какой-то яркой карьерной истории того, кто уже выпустился с этой программы? Было бы интересно послушать. Здесь есть, на самом деле, и сайт программы, на котором мы регулярно публикуем записи с нашими выпускниками и истории, в принципе, ассоциации выпускников и нашего отдела по работе с выпускниками, который создает тоже много интересных материалов. Но, как я сказал, поскольку программа
работает и развивается в Высшей школе экономики уже не первый десяток, то тут скорее трудно найти ту компанию, в которой не работает наш выпускник, да, крупная лидирующая компания. Да, и у нас сегодня есть, допустим, в ассоциации выпускников, наш председатель ассоциации выпускников Максим Чернин является сегодня председателем совета директоров компании «Доктор рядом», одного из лидеров по телемедицине в России, он является одним из создателей Сберстрахования. У нас наш выпускник уже чуть позже, это Дмитрий Бочаров, который является главным аудитором компании «Сигежа Групп». И вот эта сеть наших выпускников, она растет. Тут есть и международные компании, допустим, Алексей Александров с компанией «Кабра Виси», которая работает на американском рынке, развивая высокотехнологичные стартапы в Америке. Это и молодые ребята, которые выпустились буквально сейчас, но они уже несут вот эту вот этот знак программы, будучи выпускниками и вот представителями этой культуры, предпринимательской культуры, допустим, тот же самый Максим Немкевич, который еще, являясь студентом Высшей школы экономики, создал мобильное приложение, которое сегодня пользуются десятки тысяч студентов во всей вышке каждый день. Да, это вышка АП. И сегодня это приложение его купила Высшая школа экономики, а Максим сегодня является директором мобильных разработок Высшей школы экономики. Поэтому таких историй много, и они продолжают происходить каждый год. Здорово, здорово. Спасибо большое, что поделились с нами этой историей. Спасибо большое, что подключились сегодня. Вот. Друзья, теперь возвращаемся и переходим дальше к нашему диалогу. Пожалуйста, пишите в комментарии. Если возникают какие-то вопросы, ставьте огонечки, чтобы мы чувствовали, что вы с нами на одной волне. Кстати, мы рассказали пока только о двух бакалаврских программах и уверены, что уже некоторым из вас захотелось почувствовать себя студентом. Поэтому мы в качестве небольшой рекламной паузы сейчас предлагаем посмотреть то, как мы встретили в этом году тех абитуриентов, которые сейчас уже являются студентами и прошли вот этот весь путь до первокурсника. Внимание на экран. Так, друзья, надеюсь, что мы со многими из вас встретимся в следующем году на дне первокурсника. Вот. А сейчас мы возвращаемся к диалогу о программах бакалавриата. Так, в 2021 году одна из самых популярных профессий на рынке труда – это маркетолог. Думаю, что многие из вас слышали о том, что такое маркетинг, и задавались вопросом, чем же на самом деле маркетолог занимается в своей вот деятельности. Соответственно, сейчас мы вот эти вопросы адресуем академическому руководителю программы «Маркетинг и рыночная аналитика». И с нами на связи Даниил Владимирович Муравский. Давайте поприветствуем его огоньками. Даниил Владимирович, добрый день. Как нас слышно? Добрый вечер. Отлично. Добрый вечер.
У кого день, у кого вечер, да. Можете поделиться, пожалуйста, с нами секретами поступления на эту программу? Могу. Да, действительно, я понимаю, откуда такой вопрос. Мы действительно уже второй год как программа номер один по маркетингу в России, и в прошлом году мы стали номер один во всей вышке по конкурсу. Поступить к нам сложно, это факт. Да, и что нужно сделать для того, чтобы добиться своей задачи? У вас есть три ЕГЭ. Нужно их отлично сдать. Я бы с удовольствием сказал, что у нас есть творческий конкурс, который позволяет выявить самых талантливых, самых инициативных, самых классных студентов. У нас есть только ЕГЭ. И это факт. Кто-то умеет сдавать ЕГЭ, кто-то не умеет сдавать. И до нас доходят, соответственно, те, кто в топе. Но есть парочка лайфхаков, которым я хотел бы поделиться, кто к нам реально попадает. И тоже это причина, по которой отличные студенты могут к нам не попасть, если они этого не знают. В вышке действует зеленая волна. Так вот, в течение зеленой волны список топ-студентов, которые попадают к нам на бюджет, он на самом деле двигается туда-сюда. И самые стойкие, самые мотивированные, которые следят за этим списком и которые по-быстрому не пытаются попасть на другую программу, они, несмотря на то, что изначально не рассчитывали к нам попасть, думали, шансов нет, конкурс очень большой, на самом деле попадают, если они стоят до последнего, ждут взаимодействия с приемной комиссией. Это вот первый лайфхак. А второй лайфхак связан с тем, что перед многими есть выбор. Либо поступать с отличными ЕГЭ на договор по большой скидке, который предоставляется вышке за отличную ЕГЭ, а затем продлевается за счет отличной успеваемости. Либо поступить на программу, на которую не очень хотелось изначально, но зато на бюджет. Понятное дело, что не все могут себе позволить договор, но тем не менее, такой выбор перед многими есть. Они выбирают программу попроще, но зато на бюджет. И, к сожалению, потом многие жалеют о своем выборе. Так вот, лайфхак заключается в том, что помимо того, чтобы отлично сдать ЕГЭ, нужно быть еще мотивированным. Нужно четко понимать, куда вы хотите. И я здесь не призываю всех поступать на договор, ни в коем случае даже на бюджет, не за вывоз. У нас так конкурс будет большой. Но что меня волнует, это чтобы те, не то что чья судьба попасть к нам, но которым следовало бы к нам попасть. Да, вот вы наши люди, чтобы вы к нам попали и не лишились этой возможности из-за того, что не знаете о том, что можно немножко подождать, можно рискнуть, можно сделать твердый выбор в пользу программы, которая вам отзывается, и добиться своей цели. А можете назвать, скажем, там три качества, три характеристики, которые смогут абитуриенту помочь не только поступить на программу, но в целом преуспеть в сфере маркетинга, возможно? Могу. Самое классное здесь, что эти три качества, они не обязательно все у вас будут, хотя бы одно. Первое качество – это креативность. Если вы получаете истинное удовольствие от классной рекламы, от потрясающей упаковки или оригинального продукта, от того, что вы приходите в магазин, там все как надо, да, и у вас есть эти способности, вы хотите работать с дизайнерами или с дизайнерами, или с рекламой, но при этом не уверены, что готовы работать в рекламе, вы хотите работать с рекламой, с продвижением, то это то качество, которое вас, на самом деле, должно привести к нам. Второе качество – это, если вы замечаете, что вас откровенно бесит, когда в магазинах, которые вы любите, плохое обслуживание, или не так продукт расставлен, или вас искренне заботят кейсы скандальные, такие как Рыбак или Вкусвилль недавно, да, и вы думаете, что вот почему нельзя было сделать все классно, почему нельзя было все организовать, да, вот такие маркетинг-менеджмент компетенции. Вот эти вот качества, это тоже к нам. Да, мы поможем вам это реализовать и быть классным управленцем в этой области. А третье качество – это когда вам нравится работать с аналитикой, когда вы вроде как понимаете, что вас тянет к технологиям новым, будь то чат-боты, какие-нибудь антивиртуальные примерочные для косметики или для одежды, для фэшена. И вы хотите быть тем, кто внедряет эти технологии, а может даже создавать новые и помогает потребителям освоить эти технологии, например, и компании. Это тоже к нам. Да? Это, с одной стороны, работа с IT, но не в IT.
мы даем необходимые навыки для того, чтобы работать с этими технологиями, но вам не обязательно их создавать, вам достаточно ими управлять. Вот эти вот три качества. Если у вас есть хотя бы одно из них, то это к нам, и, соответственно, это будет одно из трех направлений, либо маркетинговая коммуникация, либо маркетинг-менеджмент, либо маркетинговая аналитика, которую мы все полноценно даем в рамках этой программы. Слушаю вас, у меня впечатление, что мне нужно тоже поступать на эту программу почему-то. У нас параллельно в чате вопрос возник. Какие стажировки предоставляет программа по маркетингу? Какие стажировки, если вообще предоставляет? Какие хотите. У нас обязательная практика есть дважды в течение всего обучения. И поиском практики занимается непосредственно Центр карьер, который один из лучших центров карьер в России, я бы сказал, если не самый лучший по количеству партнеров и по компетентности людей, которые там работают, и по желанию их помочь студентам. Проходите в Центр карьер, говорит, хочу попасть, не знаю, в Disney. Они звонят в Disney, собственно, и говорят, есть ли там местечко для нашего классного студента, и, собственно, вы можете туда попасть, если оно есть. Также научные руководители ваши вам могут помочь в этом. Поставьте перед ними задачу, покажите себя как ответственного человека, за которого не придется краснеть, и все вам помогут любые стажировки получить. Назовите любую компанию, кто-нибудь да, у нас проходил там стажировку. Так, спасибо за ответ. Параллельно вижу еще один вопрос. Какие в целом вот, возможности открываются перед выпускником такой программы? Вы знаете, что я отвечу. Да? Ну, просто, может, обрисуйте вектор, вот где, может, там, условно, видеть себя выпускник этой программы по маркетингу. Да, мне, конечно, хочется ответить везде, но это не совсем правильно. Маркетинг нужен везде, это факт. Вы поймете это, как только первый год закончите в бизнес-школе, любой, не обязательно нашей. Наши ребята работают в аналитических агентствах. Больших. Они работают часто в маркетинговых агентствах. Они, бывает, создают свои рекламные агентства, СММ-агентства. Уже будучи студентами, и они, получается, предпринимателями становятся. Мы их поддерживаем в этих начинаниях. И, соответственно, дальше работают там. Многие идут в большие международные компании. Знаете, это когда у вас есть любимые бренды, вы думаете, как было бы классно, если бы я был частью, да, L'Oréal или какого-нибудь модного бренда, или Яндекса. Вот у нас там ребята тоже идут туда и остаются. Хорошо, Данил Владимирович, такой последний вопрос у меня будет, философский, скажем. Что ждет маркетинг в будущем? И почему одиннадцатиклассник захочет связать свою жизнь именно с этим направлением, учитывая то, что в 2026 году, когда он выпустится, эта профессия может быть вообще не востребована? Профессия точно не будет не востребованной. Она может называться иначе. Это может быть. Здесь на самом деле очень важный момент и такой интуитивно не очень понятный. Хочется как бы предполагать, что программы короткие, знаете, вот эти, которые несколько месяцев, можно пройти онлайн где-нибудь на хороших платформах качественных. Они более актуальны, чем четырехлетние программы по таким практическим направлениям, как маркетинг. Это совсем не так. Мы каждые три месяца, каждый модуль пересматриваем всю программу. У нас каждый год обучение учится по другому учебному плану, чем предыдущий, потому что все меняется. Мы адаптируемся под изменение рынков, под изменение экономики, под изменение технологий. И каждый курс не выглядит одинаково каждый год. Поэтому, на самом деле, если там кто-то ушел в академ отпуск, он возвращается и приходит на другую программу, потому что все изменилось. Так что мы не боимся, мы любим перемены, мы часть этих перемен. Выше бы в целом. Хорошо, спасибо вам большое. Я надеюсь, эти ответы помогли нашим зрителям сегодня в понимании, что это за программа. Я надеюсь, мы их увидим в скором будущем в списках на поступление именно вот на маркетинг и рыночную аналитику. Еще раз вам спасибо большое и до свидания. Да, друзья, мы двигаемся дальше. Теперь переходим к новостям из мира логистики. Значит, системы производства и распределения товаров на самом деле давно уже стали частью нашей повседневной жизни. Значит, и пандемия наглядно нам показала, насколько важны для каждого из нас цепи поставок. Они сейчас охватывают весь земной шар, и, как стало известно,
болезненно могут переживать сбои. В новой реальности, где практически все доставляется сразу уже до двери, мы знаем Amazon, Ozon, Wildberries, существенно увеличился спрос на специалистов и бизнес-аналитиков в сфере логистики и управления цепями поставок. И, соответственно, продолжается тренд на рост зарплат специалистов в этой сфере. Итак, подробнее про перспективы развития в этом направлении нам расскажет Виктория Дарабовна Герами, академический руководитель программы управления цепями поставок и бизнес-аналитика. Виктория Дарабовна, добрый день. Здравствуйте, Илья, добрый вечер. Добрый вечер, да. Вы отлично выглядите, спасибо большое, что присоединились к нам. Спасибо за комплимент. На самом деле, тоже наблюдая за вами, вы тоже выглядите замечательно. Да, спасибо. Спасибо огромное. Я знаю, что ваша программа прошла через... Я уверен, что изменилось не только название программы, но и что-то составляющее этой программы. Не могли бы сказать, что ждет вот наших абитуриентов, будущих студентов в процессе обучения по этой программе? Илья, спасибо на самом деле за вопрос. Для нас это в такой момент очень важно. Вы совершенно правы, название программы, по сути, это только вершина такого огромного, я бы сказала, айсберга, с которым можно сравнить, пожалуй, что систему глобальных цепей поставок. А это очень такая динамичная система, и мы обязаны, по сути, не только отслеживать изменения в ней, да, но и предвидеть их. Поэтому, совершенствуя программу, мы думаем даже не столько о том, что будет ждать наших студентов именно в ходе обучения, сколько о первых днях их карьеры и профессиональной деятельности. Более того, что в этом году-то состав дисциплин нашей программы заметно обновился, и наши выпускники всегда имели отличную подготовку в части классической логистики, управления цепями поставок, и об этом подтверждают наши работодатели, они всегда довольны нашими выпускниками, что называется, они у нас на расхват. Ну, на самом деле, такая подготовка классическая останется, так будет и впредь. Но теперь эта база, по сути, дополнена еще знанием самых современных инструментов бизнес-анализа, конечно, основанных на IT-решениях, ну и перспективных технологиях, да. Например, когда был школьником, я понятия не имел, что такое логистика, не представлял, вот чем занимается логист, скажем. Не могли бы поделиться с нашими зрителями сегодня, как выглядит рабочий день специалиста вот в логистике, в управлении цепями поставок? Нет, на самом деле на этот вопрос ответить очень легко. Ну, во-первых, этот рабочий день, как правило, проходит в крупной отечественной или международной компании. Кстати, благодаря, я надеюсь, универсальности вот своих знаний и навыков вы можете выбрать сами. Ну, например, Procter & Gamble, Coca-Cola, Ашан, X5 Retail Group, Metro Cash & Carry, ARGD, деловые линии, Schenker, FM Logistics, Сибур, ну и так далее. То есть, как бы вот это лишь такие отдельные примеры фирм, где трудятся наши выпускники. Легче сказать, где они не трудятся, на самом деле, в каких замечательных компаниях. Что касается рабочего времени, то на самом деле современных специалистов, вот рабочее время современных специалистов именно в сфере управления цепями поставок, в общем-то, в основном посвящено креативному и системному, я бы сказала, осмыслению решаемой в тот или иной момент задачи. И, скажем так, новые революционные решения именно в сфере управления цепями поставок, они появляются буквально каждый год, и нашим выпускникам предстоит быть на острие современной науки, техники, я бы сказала, даже управленческой мысли. И принципиальная особенность специалистов по управлению цепями поставок – это на самом деле, очень часто задают такой сейчас вопрос с учетом изменения, да, переименования программы – это комплексный подход, по сути, к любой системе или процессу. Мы учим наших студентов прежде всего видеть проблему в целом, то есть в этом и суть эффективного управления цепями поставок, ну и, по сути, эффективного управления вообще. Наверное, именно по этой причине спрос на наших выпускников, как вы совершенно справедливо, Илья, заметили, постоянно возрастает практически во всех сферах бизнеса. Илья.
Понятно. Вот вы сказали, управленческая мысль, да, она постоянно развивается, поэтому нужно под нее подстраиваться, как и в целом мир развивается. Вот не могли бы нам сказать, какие перспективы и, возможно, сложности ожидают выпускников, скажем, в ближайшие 3 года? На самом деле, на что называется, активно движется и диджитал, да, но я думаю, что для наших абитуриентов работа, поскольку мы сейчас к ним обращаемся прежде всего, да, так вот, работа именно с диджитал — это, в общем-то, не сложности, я бы сказала, как удовольствие, даже поле для творчества. И современный человек, ну, любой, каждый из нас погружен в цифровой мир практически круглосуточно. И для наших студентов тоже цифровая среда становится частью, по сути, профессии вполне естественным образом. Вот другое дело, кстати, что в процессе обучения, Илья, наши студенты овладеют самыми совершенными информационными инструментами, которые без всякого сомнения помогают бизнесу превращать данные в информацию, информацию в знания, а знания, в свою очередь, в конкретное управленческое решение. И поэтому, Илья, мы не случайно делаем сейчас в своей программе вот акцент на инструменты анализа, которые основаны на облачных технологиях, на системах Big Data, на элементах искусственного интеллекта, на эффективных средствах визуализации данных, что сегодня чрезвычайно актуально. Вот приведу пример. В 2018 году в типичной цепи поставок генерировалось где-то в 50 раз больше данных, чем всего за 5 лет до этого. Поэтому, Илья, вот свободное владение этими инструментами и, конечно же, без всякого сомнения, обязательная часть профессиональной подготовки, это, без всякого сомнения, важнейшее условие будущего профессионального роста наших студентов. И вы, Илья, совершенно справедливо сказали о хороших зарплатах и карьерном росте. Это действительно имеет место быть раз, и, конечно же, это очень важно. Но не менее важно и другое. Вот все наши бывшие студенты, выпускники, конечно, да, мы очень часто с ними встречаемся, беседуем, приглашаем, кстати, на вебинары, будем их приглашать. Так вот, они говорят о том, насколько интересна их работа и насколько благодатна сфера именно управления цепями поставок и бизнес-аналитика. Именно для людей, которые нацелены на проявление креативности и инициативы. Для чего? В поисках, конечно, наилучших бизнес-решений. Ну, так сказать, людей, которых, я полагаю, не заменить искусственным интеллектом, какими бы совершенно не были информационные технологии. Вот. И я просто уверена, что абитуриенты, которые придут вот на нашу программу, они, конечно, сделают, безусловно, правильный, профессиональный и жизненный выбор. И, конечно, мы всем нашим коллективам Высшей школы бизнеса будем ждать их, конечно, Илья. Да, Виктория Петровна, спасибо большое за ответ. Я вижу параллельный вопрос в чате. Давайте озвучу. Где проходят стажировки по логистике? На каком курсе можно пойти в компанию? И где, в каких компаниях чаще всего, соответственно, по статистике, опять же, проходят стажировки студенты? На самом деле, у нас очень тесно мы сотрудничаем с крупными компаниями, торговыми, промышленными, различными ассоциациями, с консалтингом тоже, да, вот недавно подписали соглашение о сотрудничестве с Советом профессионалов цепей поставок. И что нам это дает? Нам, у нас есть возможность, что студенты наши проходят практику, стажировка, которую, так сказать, только что спросили, да, выполняют проекты именно в конкретных компаниях практически различного профиля. Вот и даже те, которые я назвала, проходят действительно стажировки. Есть, конечно, особенности у стажировок, есть запрос на наших студентов. На самом деле, чаще всего отзываются, приглашают студентов третьих или старших курсов. И есть особые условия для прохождения стажировок. Это на самом деле, так сказать, полдня работы, по сути, да, и половина, 6 месяцев работы. Есть такие особенности. Вот, но компании, ну, вы знаете, это просто перечислять, наверное, до утра времени не хватит. Практически во всех компаниях, да.
Виктория Дарабовна, спасибо вам большое за такие подробные ответы. И спасибо большое, что сегодня были с нами. Вот, друзья, мы спасибо. Двигаемся... Да, до свидания. И, друзья, мы двигаемся дальше. Вот, очень здорово, я считаю, что мы вот поговорили уже со столькими академическими руководителями. Но в СШБ у нас есть... также и активные студенты. Мы сейчас погрузились в академическую жизнь, и пора поговорить о том, как учатся именно студенты здесь у нас. Итак, в рубрике «Взгляд со студентами» изнутри наши ребята задают друг другу самые волнующие вопросы абитуриентов. Пожалуйста, внимание на экран. Привет, Никит. Круто, что ты пришел. Мне кажется, многим из нас интересно, что такое майнеры. Привет. Ну смотри, сам я с майнерами еще не встречался, но мои кураторы объясняли это следующим образом. То есть майнер — это дополнительный предмет по выбору. К примеру, какой-нибудь будущий экономист может выбрать майнер, связанный с дизайном или там современной культурой. Вот так вот. Да, получается круто. То есть ты приходишь в высшую школу экономики, учишься там на бизнес, а в итоге дополнительно изучаешь или дизайн, или социологию, и так становишься еще более профессиональным специалистом. Да, когда я об этом узнал, для меня это было шоком. Саш, а как проходит образовательный процесс в высшей школе бизнеса? Ну, по сравнению с другими вузами, у нас не два семестра, а четыре модуля. И проходит у нас сессия каждый модуль осенью, зимой, весной, летом. Самыми трудоемкими считаются зима и лето. Получается, что мы готовимся каждый модуль к сессии, сдаем экзамены. То есть можно сказать, что так экзамены распределены более равномерно, и студентам легче готовиться к каждой сессии. Ты абсолютно прав, потому что материала меньше, и учиться легче, сдается легче. А что с системой оценивания в вышке? У нас десятибалльная система оценивания. А что это значит? Это значит, что с 1 до 3 это неудовлетворительно, с 4 до 5 удовлетворительно, с 6 до 7 хорошо, а 8-10 это отлично. То есть получается, что троечники могут хвастаться своим родителям, что они получают пятерки? Получается, что так. Надо запомнить. Смотри, Егор, а что такое зеленая волна? Потому что вот лично я, как платник, просто подал документы, подписал договор и забыл обо всем на свете. Вот, что это такое и как вот это работает? Ну смотри, я сам, как поступивший по зеленой волне, немного расскажу. Это такой список абитуриентов, который вышка публикует и гарантирует данным абитуриентам поступление на бюджетное место. То есть, если простыми словами, за несколько дней до конца подачи согласия на зачисление публикуется список абитуриентов с наиболее достойными баллами ЕГЭ, и их обладателям гарантируется поступление на бюджетное место, если они подадут документы в определенный срок. Иногда бывает так, что этих абитуриентов больше, чем заявленных бюджетных мест, но переживать не стоит, так как в любом случае вышка оплатит недостающие за свой счет. Это круто. А это вот чисто особенность вышки или так у всех у них? Да, я думаю, это особенность вышки, потому что о таких программах в других университетах я не слышал. Прикольно. Спасибо. Егор, мне интересно, а когда я поступлю в высшую школу бизнеса, я буду учиться как в обычной школе? То есть у меня будут перемены, занятия по 45 минут и вечно проверяющие рабочие тетради учителя? Нет, конечно. Высшая школа бизнеса – это факультет Высшей школы экономики, который является одним из лидеров в сфере высшего образования в России. У нас также есть пары по 2 академических часа, сессии, перерывы и преподаватели, которые заинтересованы не только в проставлении оценок студентам, но и в их карьерных достижениях и постановке целей. Поэтому я уверен, что придя в Высшую школу бизнеса, ты, несомненно, почувствуешь разницу по сравнению со своей обычной школой. Таня, кредит или кредит?
Егор, потрясающий вопрос. Ну, конечно же, кредит – это вышка. Итак, что же такое кредит? Ну, на самом деле, кредит – это определенное количество часов, которое отводится на изучение какой-то дисциплины вышки. А чем это может быть полезно? Это очень удобно, потому что это позволяет перезачитывать дисциплины с других университетов, для студентов, которые проходили обучение в других университетах, в других городах, ну и также в других странах. То есть, если я поеду учиться за границу на некоторое время, потом это может помочь мне перезачесть некоторые дисциплины и не придется заново их проходить? Конечно же. Егор, вот на большинстве направлений в высшей школе бизнеса обучение происходит на английском языке. А что делать абитуриентам, которые хотят подтянуть свои знания по английскому языку? В вышке есть английский, но он представлен в формате факультативов, посещение которых остается на усмотрение студентов. Понятно. А есть ли какой-то экзамен по английскому языку? Да, конечно. В конце второго курса каждый студент сдает обязательный экзамен в формате IELTS. Готовиться к нему ты можешь как самостоятельно, так и с помощью наших преподавателей. Прекрасно. Егор, что такое рейтинг студентов? Это отсортированный список студентов, который показывает их успехи в освоении тех или иных дисциплин. Студентам, которые оплачивают свое обучение, это может помочь заработать скидку. А также это важно при записи на популярные дисциплины по выбору. Кроме того, это может быть полезно при подаче заявления на студенческую мобильность. Это кажется полезным. Ян, а что такое СОП? Самый отличный предмет, самый обаятельный преподаватель или вообще солнце, отдых, пляж? Нет, ну на самом деле СОП расшифровывается как система оценивания преподавания. В вышке не только преподаватели оценивают студентов, но и студенты оценивают преподавателей. Так, и что это дает? Это способствует улучшению преподавания в Высшей школе экономики. То есть получается, что я действительно могу повлиять на то, как и чему меня учат? Да, все верно. Круто. Ань, а что такое накоп и зачем он нужен? Накоп – это накопленная оценка. Она складывается из оценок за домашние работы, контрольные работы, эссе, семинарскую активность и так далее. Накоп влияет на итоговую оценку за курс. То есть, получается, моя оценка за предмет зависит не только от экзамена, который я сдаю в самом конце, но и от того, как я работал весь модуль. Это очень круто. Да. Егор, я хотел спросить у тебя, а чем помимо обучения я могу заниматься в ВШБ? У нас большое количество студенческих организаций, от развлекательных до культурно-просветительских. Также каждый студент может организовать свое мероприятие. К примеру, в 2020 году было организовано и создано около 700 новых мероприятий. Также ежегодно проводится конкурс студенческих инициатив. И каждый студент может попробовать себя в научной деятельности. Клево. Компания. Как здорово, друзья, мы снова в студии, что у нас сегодня есть возможность получить всю эту информацию. Когда я поступал, например, я помню, я всю эту информацию собирал по крупинкам в интернете, в чатах для абитуриентов. Вот. И, наконец, мы переходим к IT-направлению наших программ «Бизнес-информатика». Бизнес-информатика как отдельное направление в науке и образовании возникло в результате интенсивного развития IT-технологий и их проникновения во все буквально сферы нашей жизни. Сегодня специалисты, умеющие управлять информационными технологиями и применять их в самых разных сферах, стали одними из самых востребованных на рынке труда. Нужно отметить, что в России Высшая школа экономики стала буквально первым университетом, который открыл факультет бизнес-информатики. Подробнее про эту интересную и перспективную программу расскажет академический руководитель бизнес-информатики Заравинских Евгений Петрович. Евгений Петрович, добрый день.
Илья, добрый вечер. Слышно, видно, да? Да. Все видно, все слышно. Да, это рад приветствовать всех слушателей, которые сейчас присутствуют здесь. Да, рады приветствовать вас. Спасибо, что сегодня выделили время. Вот у нас есть такой первый вопрос. В чем особенность подготовки студентов именно по направлению бизнес-информатики? И есть ли такая особенность? Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, сегодня одна из обсуждаемых тем, наверное, и, кстати, Илья, мы с вами тоже ее обсуждаем, это цифровая трансформация, и мы сегодня говорим о том, чтобы предприятиям быть конкурентоспособными, чтобы выжить, да, и преуспеть, нужно меняться, нужно трансформироваться, нужно внедрять цифровые технологии. И, соответственно, специалисты бизнес-информатики вот как раз это те специалисты, которые будут участвовать в таких проектах, ну и со временем станут руководителями таких цифровых трансформаций. Ну и, соответственно, этот запрос, он рождает уже требования, как готовить таких специалистов. И здесь мы рассматриваем, что должна быть сильная подготовка как в области информационных технологий, компьютерных наук, так и в области понимания, как работает бизнес. Вот, и вот такая двойная подготовка. Конечно, с одной стороны, сложно подготовить такого специалиста. Нужно достаточно много изучать разного материала, да, то есть нужно разбираться вот в различных областях, но, с другой стороны, как бы именно на нашей программе мы это готовим. Значит, я хотел только единственное отметить, что при подготовке мы выделяем 4 основных направления, 4 блока, которые должны пройти и которые должны изучить студенты. Это блок, связанный с IT, это информационные технологии, это информационные системы, как они могут быть развернуты, какая инфраструктура может быть использована для этого, какие методы развертывания, предоставления услуг могут быть. Это область программной инженерии, область компьютерных наук, и здесь должна быть подготовка достаточно сильная на уровне, наверное, той подготовки, которую готовит ФКН в своих программах. И вторая область – это вот область экономики управления, это уже, наверное, третья, да, область получается, экономики управления. Здесь в принципе, студенты проходят обучение и изучают все те же дисциплины, которые изучают по направлению менеджмент, потому что специалистам бизнес-информатики придется общаться с представителями, с функциональными руководителями, с представителями бизнеса, да, они должны разговаривать на одном языке. Ну и очень сильная математическая подготовка, потому что сегодня мы говорим использование методов машинного обучения, написание алгоритмов различных, да, то есть это все, конечно, требует вот такой достаточно сильной подготовки. Вот, ну, вот вкратце то, что является особенностью при подготовке на программах этого направления. Я хочу параллельно упомянуть, что Евгений Петрович является моим преподавателем непосредственно на моей программе, и поэтому я уверен, что и уже убедился, что все, о чем он говорит, это действительно актуально и действительно применимо, и мы вот это как раз в рамках наших лекций проходит. А я вижу вопрос в чате. Означает ли то, что теперь на бизнес-информатику нужно сдавать не английский, а информатику, и что обучение будет более техничным, направленным именно на IT? Да, вы знаете, мы делаем перестройку программ. У нас создан академический совет, и, соответственно, есть рекомендации со стороны академического совета в том, чтобы третьим элементом вступительных испытаний поставить как раз экзамены, результаты экзаменов ЕГЭ по информационно-коммуникационным технологиям. Поэтому, да, я хотел отметить, что в этом году произошли вот изменения во вступительных испытаниях. И, соответственно, конечно, более глубоко идет подготовка техническая, да, то есть сегодня такое требование времени. Мне кажется, сегодня во всех уже программах должен быть подготовка по программированию, по работе с данными. Да. Сегодня мы говорим о цифровой грамотности, о грамотности работе с данными, поэтому а у нас уже должна быть она более глубокая, конечно, без сомнения. Евгений Петрович, вот ребята интересуются тоже, какой уровень знаний должен быть по информатике, чтобы комфортно начать обучение? Ну, вы знаете, вот на сайте у нас заявлены проходные баллы, значит, я могу повторить, да, но можно посмотреть на сайте, значит, у нас по ИКТ 70 баллов с результатом ЕГЭ, но мы
достаточно сильную подготовку айтишную делаем на первом-втором курсе, поэтому если что-то, каких-то знаний не хватило, то есть возможность еще раз повторить, подтянуть. Все зависит, как обычно, все от студента зависит. Понял. Хорошо. Так, и еще такой вопрос есть. Как участвуют и участвуют ли представители бизнеса в реализации программы по бизнес-информатике? Я уже начал говорить о том, что мы делаем изменения. Традиционно всегда подготовка по бизнес-информатике была практикоориентированная. Здесь у нас ряд партнеров участвует и участвовала в реализации программ. Они как раз формируют и требования, и определяют, каким должна быть подготовка, какие должны быть дисциплины, и как должен быть сформирован специалист на выпуске для того, чтобы быть востребованным. Да, я перечислю здесь компании. Это компания и SAP, и компания 1С, компания Huawei, компания IBM, компания Lanit и так далее. Вот. И, вы знаете, я хочу отметить, что кроме только требований, да, у нас, конечно, очень активные партнеры, потому что они заинтересованы, они знают, что эти специалисты будут работать у них, и, соответственно, очень большое количество принимает участие представителей бизнеса. Наверное, на первом-втором курсе в большей степени идет такая академическая подготовка, но третий-четвертый, когда уже мы начинаем готовить практическую, уже наступает практикоориентированная подготовка, да, уже подготовка по специальности, то здесь, конечно, представители всех этих компаний принимают участие. Формы разные есть, от чтения и реализации дисциплин до проведения проектных семинаров, курсовых проектов, работа в командах, потому что работодатель требования к нам формирует следующее, чтобы уже в процессе обучения студент и дальнейший выпускник получил навыки командной работы, получил навыки как hard skills, так и soft skills, да, для того, чтобы он мог вписаться в коллектив. Поэтому дальше на третьем-четвертом курсе у нас и компания SAP, и компания 1С, и компания SAS представляют стажировки. Наши многие студенты уходят на эти стажировки, и лучших, или есть желание, они уходят в эти компании, в компании-партнеры, да, то есть их дальше уже начинают работать. Поэтому здесь формы очень разные, да, и хочу отметить, что, конечно, у нас очень большое активное участие вот наших партнеров в реализации этой программы. Сама программа непосредственно обучения происходит на английском все-таки или на русском? Хороший вопрос, да, Илья, спасибо. На самом деле, конечно, мы стартуем все на русском языке, и вообще основной язык – это русский язык, но вы знаете, для IT, для этого направления характерно в том, что надо знать и терминологию, надо знать различные стандарты, и, соответственно, у нас третий-четвертый курс, есть ряд дисциплин, которые реализуются на английском языке для того, чтобы сформировать профессиональную лексику, для того, чтобы студенты могли объясняться, для того, чтобы могли вести профессиональный диалог. У нас тоже много студентов уезжает на включенное обучение, и, соответственно, конечно, им нужна такая хорошая подготовка для того, чтобы они могли работать в международных компаниях, может быть, это будет российское представительство, кто-то уезжает за рубеж, выпускники у нас и защищают диссертации как в России, так и защищают диссертации за рубежом, поэтому подготовка у нас фактически очень сильная, да, и они готовы работать в дальнейшем профессиональной деятельности на русском и на английском языке осуществлять. Евгений Петрович, последний вопрос, наверное, давайте из чата. Вот я вижу, на каком языке программирования вы рекомендуете, каким языком программирования вы рекомендуете владеть? C++, C, Pascal или что-то еще? Ну, у нас будет в процессе обучения изучение двух языков. Это будет Java и будет изучение Python. Да, то есть и у нас, я хочу отметить, что есть две специализации. Одна специализация связана с корпоративными информационными системами. Здесь и в том числе работа с кодом на высокоуровневых языках. Это может быть и с программным продуктом SAP. Да, поэтому, в принципе, вот одно направление – это вот студенты изучают Java. Работа с данными – сегодня уже без знаний языков программирования, без использования специальных библиотек, уже это себе сложно представить, поэтому все студенты изучают в том числе и Python. Вот два основных языка, которые вы будете изучать здесь. Если вы считаете нужным заранее изучить что-то третье, четвертое, я думаю, что тут проблем не будет. Понятно. Евгений Петрович, спасибо вам большое, что сегодня были с нами. Вот, и мы двигаемся дальше. До свидания.
Друзья, современная жизнь бежит быстрее и быстрее. За 4 года обучения хочется выжать максимум знаний, навыков и компетенций, чтобы угнаться за индустрией. О том, как поступить на одну программу и получить сразу 2 диплома по бизнес-информатике, нам сегодня расскажет академический руководитель программы «Цифровые инновации в управлении предприятием» Маргарита Анатольевна Гладкова. Маргарита Анатольевна, добрый день. Как добрый дела? День, Илья. Добрый день, Илья. Прекрасно, дела. Отлично. Да, как спасибо большое, что вы с нами. У меня отлично, да, тоже. Мы сейчас завершаем скоро наш эфир, и вы у нас последний академический руководитель. Вот, соответственно, есть несколько вопросов, которые мы предварительно зададим. Значит, у многих ребят есть интерес к возможности получения 2 дипломов. Скажите, пожалуйста, как университет Лондона, который участвует в этой программе, вот как он участвует именно в образовательном процессе? Да, ну, во-первых, Илья, я хотела бы приветствовать тоже всех, кто сейчас в чате. Я следила за эфиром, смотрю, что много народа, очень здорово. Да, действительно, такая возможность, да, получить 2 диплома за 4 года — это очень хорошее преимущество, да, экономия времени. И эта программа реализуется в партнерстве с Университетом Лондона. Это одна из 4 программ Высшей школы экономики, которая в таком, да, тоже формате реализуется именно с этим университетом. И она реализуется немного иначе, нежели чем та программа, которую представляла моя коллега Анна Михайловна Динарда, международный бизнес. Здесь студенты фактически все 4 года находятся в Москве и изучают курсы, которые предлагаются Высшей школе экономики, но при этом, начиная со 2 года, когда начинаются уже специализированные курсы именно по профилю программы, им предлагаются по 4 курса ежегодно из программы Университета Лондона. Эти курсы разработаны Лондоном, они продуманы, да, то есть ясно, какая система оценивания, скажем так. И в конце года, весной, студенты сдают не только экзамены в Высшей школе экономики, но и экзамен независимый, университет, предлагаемый Университетом Лондона. Таким образом, мы, по сути дела, дважды проверяем качество обучения на этой программе. Ну и непосредственно партнеры наши участвуют ежегодно, да, во встречах, связанных с развитием концепции программы, развитием учебного плана. Да, они также помогают нашим студентам учиться. Вот, например, сейчас запускаются семинары по развитию определенных навыков, по подготовке к экзаменам, по тому, как там лучше изучать, например, работать с литературой и так далее. Вот, наверное, так. Плюс они осуществляют методическую поддержку преподавателям, тоже входит в наш академический совет. Вот. Кроме этого, да, я хочу отметить, что, несмотря на то, что студенты полностью обучаются в Москве, у них есть возможность летом поехать на летнюю школу в вуз-партнер и, соответственно, там пройти тоже курсы уже в Лондонской школе экономики. А можете сказать, какие компетенции конкретно получат студенты, закончив программу, и, скажем, на какие должности смогли бы рассчитывать? Да, вы совершенно верно задаете этот вопрос, потому что мне кажется, что по всем нашим программам, на самом деле, мне кажется, что мои коллеги тоже это уже отмечали, мы точно понимаем, что для того, чтобы нам предлагать действительно востребованное обучение, нам важно понимать, кого мы можем готовить. Да? То есть мы отталкиваемся в первую очередь от тех специальностей, которые студенты получат и какими специалистами они смогут стать. Кто именно востребован сейчас в компании. То есть вот, мне кажется, что Дмитрий Михайлович говорил в самом начале, да, что у нас есть академические советы, есть компании, которые заинтересованы в наших выпускниках. И мы с ними в самом начале обсуждаем, кого же мы будем готовить. Так вот, для этой программы, мне кажется, она такая одна из самых междисциплинарных в нашем портфеле. Мы ориентируемся на позиции, например, менеджера продукта, да, или менеджера по цифровым инновациям, в принципе, менеджера по инновациям. Ну, или, в принципе, ребята могут создать свой собственный бизнес, ну, скорее всего, в сфере IT или... Ну, в общем, какой-то инновационный бизнес, да. Здесь, в общем-то, у нас нет каких-то ограничений. Когда я говорю, что это менеджер продукта, то есть это, в общем, такой человек, который владеет
разными навыками. Он понимает, как создавать идеи, откуда брать вообще эти идеи для инноваций. Он владеет, на самом деле, технологиями, потому что мы в первую очередь говорим о цифровых инновациях. То есть он понимает, какие технологии сейчас существуют, что, какие инструменты, скажем так, доступны для того, чтобы какой-то продукт новый создать. Он понимает... принимает решения на основе аналитики, да, на основе анализа данных, и он понимает, как экономически оценить вообще стоимость тех или иных инноваций, да, то есть ценен ли этот продукт, что я с него получу, то есть за что я могу продать, ну и также оценить, в общем, может быть, инвестиции, да, которые можно вложить в тот или иной продукт. Ну, собственно, от того, на какие профессии мы ориентируемся, от этого наши компетенции и формируются. Да? То есть мы обучаем ребят инновациям, технологиям, аналитике. У нас есть ряд курсов, да, связанных и с анализом данных, ну и, собственно, и по принятию решений, например, да, как принимать решения на основе данных, различные методы, которые позволяют это делать. Ну и у нас есть ряд курсов больше таких бизнесовых по экономике и финансам, и менеджменту, и маркетингу. Вы говорите анализ данных, используете такие слова, как цифровые инновации, информационный бизнес. И вот исходя из этого вопрос, ребят спрашивают, информатики как предмет, вот как науки, много на программе в процессе обучения? Такие курсы есть, да, с учебным планом можно ознакомиться, он так же, как и по другим программам, мы его ежегодно пересматриваем. Но сейчас есть курсы и по статистике, в принципе, да, и по следующий уровень, это там машинное обучение, это есть, да, вот, собственно, какие-то, да, технологии, связанные с анализом данных. Есть информатика, программирование, Python изучается. Но я все же хочу отметить, что эта программа, почему я сказала, что она такая междисциплинарная, да, она больше все-таки ориентирована на тех ребят, которые хотят видеть свою карьеру в больше управленческой, да, в направленности. То есть они видят себя как руководителей, как менеджеров проектов. То есть что это означает? Что им важно видеть инновации, знать технологии, да, но, возможно, они не хотят непосредственно этим заниматься вот все время. Да? То есть они скорее хотят собирать команды, которые будут делать классные продукты. И для этого важно, безусловно, важно иметь курсы по информатике, да, или курсы по программированию, для того, чтобы понимать вообще и владеть инструментами, владеть терминологией, чтобы ставить квалифицированные задачи своей команде, да, и понимать, на самом деле, какие ресурсы нужны, сколько времени нужно, ну и так далее. Вот, мне кажется, это важно. Вот. Рита Анатольевна, вот есть такой вопрос. Используете ли вы какие-то современные или необычные подходы в процессе обучения? Ну, я бы сказала, что мы сейчас все академические руководители, в принципе, все преподаватели, мы стараемся разные методы использовать. Я отмечу, что уже кто-то, да, из коллег говорил о том, что мы сейчас активно вовлекаем бизнес, собственно говоря, в обучение, в преподавание. Представители академических советов, да, участвуют в курсах, но у нас есть проекты. Нам кажется важным, что студенты делают проекты вместе с компаниями, они уже начиная с первого курса вовлекаются каким-то образом, да, вот в эти задачи и понимают, во-первых, вместе с компанией эти задачи формулируют, ну и, соответственно, понимают, какой это эффект может оказать. И, например, на этой программе, потому что нам, опять же, важно научить ребят видеть инновации, на первом курсе уже у них есть курс по дизайн-мышлению, где, точнее, вот проектный семинар, где они как раз изучают вот такую методологию, которая позволяет им понять, а как же, собственно говоря, откуда берутся новые идеи, и как из этих идей создать продукты. Да, они на примере, вот первый год, вот в этом году ребята, которые поступили, они как раз будут делать такой проект. Ну, мне кажется, это вполне себе инновационно. Потому что, в общем-то, можно сказать, что часто у нас в программах первый год, он такой скорее позволяет, скорее больше похож на школу, где, да, у нас есть лекции, ребята изучают курсы, мы больше получают знания, собственно, от преподавателей, но здесь нам кажется важным давать возможность ребятам самим попробовать что-то, да, предложить свои собственные идеи, а ребята поступают действительно очень креативные, у них очень много интересных идей, мы обязательно их используем.
Вот, наверное, такой пример приведу. Спасибо, спасибо. А можете поделиться с нами по секрету, на кого вы учились? Если можете поделиться, конечно. Ну, конечно, в чем нет, это не секрет, но на самом деле, мне кажется, здесь, может быть, это интересно с той точки зрения, что я руковожу этой программой, но мой путь тоже такой достаточно междисциплинарный. Я не так давно, 2 года назад, переехала из Петербурга в Москву, и, собственно, в Петербурге училась в математическом, физико-математическом лицее, это один из лучших лицеев в городе. Ну и понятное дело, что когда училась в школе на математике, мне на самом деле виделось, что это очень такой интересный путь, и я, собственно, выбрала его в качестве первого своего образования и закончила специалитет по прикладной математике. Но уже тогда я знала, что я точно хочу его, собственно, это не должна была быть действительно прикладная математика. Я хотела максимально, чтобы она была практика какая-то ориентированная, поэтому я выбрала, у нас тоже была возможность выбрать более чем 10 направлений у нас было. И после 2-го курса я выбрала фокус на математическую статистику и теорию игр. Ну, это такой, да, анализ данных. Собственно, уже несколько моих коллег сегодня говорили о том, что сейчас применим везде, но это было несколько лет назад, уже тогда было ясно, что это точно будет востребовано. Но затем мне захотелось больше такой управленческой немножко фокус, да, сменить, и я, собственно, поступила в аспирантуру и уже закончила, защитила кандидатскую диссертацию по экономике в бизнес-школе в Петербурге. Вот, такой был у меня путь. Но на самом деле моя, кстати говоря, диссертация моя тоже была по 2 специальностям. Собственно, все время у меня была такая на стыке. И сейчас я руковожу программой, которая, как мне кажется, вот очень такая междисциплинарная. Так что мой путь, в общем, очень логичный, скажем так, был. Вот. А значит ли это, что идеальный абитуриент для вашей программы это будет человек с математическим бэкграундом, с математическим, скажем, прошлым? Ну, ребята приходят из школы, да, в общем-то, мы на самом деле будем рады разным ребятам. Мне кажется, что успех вот команды, да, если мы говорим о развитии какого-то продукта, будь он цифровым или не цифровым, он на самом деле в междисциплинарности, в том числе и команды. Поэтому я буду рада видеть на программе ребят с разными интересами. Но я еще раз повторю, что мне бы хотелось, чтобы у них были ожидания, стремления, амбиции, в общем-то, в такой управленческой карьере, может быть, консалтинговой карьере в том числе. Им были бы интересны технологии, это абсолютно точно. Ну, такое, мне кажется, если тебе интересны инновации, это значит, ты любопытный, да, тебе интересно задавать вопросы, ты хочешь все проверить, да, поэтому мы говорим о цифре, мы говорим об аналитике. Ну, и тебе важен результат. Вот, наверное, так. Спасибо. А я вижу вопрос в чате параллельно. Какой уровень английского требуется на 1-м курсе? Да, да, слушайте, классный вопрос, потому что я, возможно, это не упомянула. Эта программа «Как международный бизнес» реализуется полностью на английском языке. У нас требования по поступлению схожи с международным бизнесом, да, требуется 70 баллов за ЕГЭ по английскому языку. И, в принципе, ребята, которые поступают, я спрашивала у них, им, в принципе, достаточно комфортно, несмотря на то, что уже начиная с 1-го дня у вас все полностью на английском языке. И при этом, да, вот мы, например, собираемся с ними, и иногда бывает так, что в группе, с которой мы встречаемся, только русскоязычные студенты, я спрашиваю, ребят, на каком языке будем общаться, и они говорят, нам, в общем, все равно. Можем общаться на русском, можно общаться на английском. И мне кажется, это такой очень хороший показатель, потому что да, то есть они абсолютно привыкают, и это такая, в общем, двуязычная среда. Но отмечу, что для того, чтобы со 2-го курса поступить, по сути дела, да, на программу Лондона, чтобы начать, да, переход на 2-й курс, это очень важно. Ребятам важно пройти полностью успешно 1-й год, да, полностью реализовать весь учебный план, а также сдать экзамен IELTS. Это является, в общем-то, таким проходным требованием для
второго курса, ну и, собственно, поступление, скажем так, перехода на программу Лондона. Это сдача экзамена, она обязательна, и она включена в стоимость программы. Программа полностью платная. Вот, и, в принципе, ребята должны сдать экзамен на 6,5, 6, да, вот, в принципе, этого достаточно. Сказать, что такое IELTS, возможно, не все в курсе. Это сертификат, который подтверждает знание английского языка. Ну, здесь тоже это частый вопрос, на самом деле, можно ли TOEFL, да, вот, ну, на самом деле, здесь есть обязательно требование IELTS, оно включено, и вот нужно обязательно его сдать. Вот. Mm-hmm. Спасибо. А вот, наверное, последний вопрос. Преподаватели, носители языка или русские люди, которые говорят на английском? И так, мы обязательно вовлекаем и иностранных специалистов, и преподавателей из других бизнес-школ, но и, например, практиков тоже из тех, которые работают сейчас за границей. Например, вот на первом году у ребят есть курс по введению в цифровые инновации. Мне кажется, это такая очень важная история, да, про то, чтобы понять вообще, в принципе, чему ты будешь учиться на программе, такое введение в профессию. И его ведет преподавательница, она вообще говоря, из России, но уже давно живет не в России, а в Испании. Сама закончила там программу в одной из наших вузов-партнеров, IE, и сейчас работает на трансформации одного из таких топовых банков Испании, цифровых, что-то типа Тинькофф, но в Испании. И вот она рассказывает ребятам про цифровые инновации. То есть это человек, на самом деле, например, из России, но уже на ежедневной основе работающий на английском языке. Это и так, на самом деле. Да? Мы привлекали партнеров из топовых бизнес-школ на разные курсы. Вот, ну, наверное, так. Понятно. Я сказал последний вопрос, но я не могу проигнорировать вопрос про деньги. Есть ли скидки? Программу. Да, это тоже такой частый вопрос. Обязательно для любой платной программы определяется и каждый год задается положение о скидках. И я могу сейчас говорить о том, что было в прошлом году, потому что на этот год у нас еще и стоимости не определены, но и, собственно, положение о скидках еще не выпущено. А в этом году у нас 22 студента получили скидку от 10 до 50%. Мне кажется, это такой неплохой вариант тоже. Ну, да. То есть скидки определяются по рейтингу, в зависимости от того, какие баллы ЕГЭ у вас при поступлении. Чем выше, тем выше вероятность скидки, да? И тем выше скидка? Да. Хорошо, Маргарита Анатольевна, спасибо вам большое, что сегодня были с нами. Спасибо за такой интересный рассказ. Была рада. До свидания. Удачи в поступлении всем, кто сейчас находится у нас здесь. Всего хорошего. Да, друзья, расскажите, как вы поживаете по ту сторону экрана. Если у вас накопилось много вопросов, если хочется пообщаться с академическими руководителями уже лично, то как раз сейчас ставьте огоньки, пишите плюс в комментарии, чтобы я увидел, и мы скоро будем разделяться по комнатам. Перед этим я хочу сказать, помните, я говорил про призы? Вот по этому поводу вам на почту придет письмо с викториной, и трем победителям, которые наберут больше всего баллов, которые правильнее всего ответят на вопросы, мы направим небольшие приятные призы от Высшей школы бизнеса. Вот. Как мы это сделаем? Мы разыграем... Значит, то есть мы выберем трех победителей, и помимо этого мы рандомайзером разыграем 5 консультаций по поступлению от отдела приема абитуриентов. Вот, среди тех, кто дошел с нами до конца мероприятия, то есть всех остальных. Вот, сейчас должен на слайде появиться QR-код на наш Instagram. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, как говорится. Вот, победителей мы объявим в нашем Инстаграме как раз, и ссылка на аккаунт со всеми апдейтами, со всеми деталями уже должна быть на экране. Вот. На этом наступает самая долгожданная часть Дня открытых дверей. Это живое общение с академруками. Вот. С минуты на минуту вам станут доступны комнаты по направлению, вы сможете на них подключиться. Вот. Так. Друзья, внутри комнат вы сможете общаться, как я уже сказал, с академическими руководителями, задавать вопросы не только в чате
текстом, ну и голосом. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. На этом я, наверное, уже прощаюсь с вами. Вот. Всего вам хорошего, удачи. Спасибо, что сегодня были с нами. И до новых встреч. Я надеюсь, что увидимся здесь, в Высшей школе бизнеса. Всем пока!